С размахом встречали Новый год в Кыргызстане. Люди водили хороводы вокруг лесных красавиц, танцевали с Дедом Морозом и Снегурочкой и дарили друг другу подарки. Бакыт Чермашев расскажет о праздновании в соседней республике. Основные новогодние торжества развернулись на главной площади страны – Алатау. Здесь установлена самая высокая и красивая елка в стране. Многие кыргызстанцы говорят, что это самая эффектная лесная красавица за последние годы. Ее высота 25 метров, а диаметр основания больше 20. Но главное – это новогодний елочный наряд и свечение праздничных гирлянд, которые поднимают настроение всем, кто пришел на площадь в новогоднюю ночь. С новым, наступающим с Новым годом! Желаю крепкого здоровья всем, семейного блага и долголетия! Городские власти Бишкека постарались, чтобы праздник был массовым. Утром специальный автопоезд из новогодних персонажей зазывал всех на вечернее шоу. Приглашал потанцевать с Дедом Морозом и Снегурочкой, обещал новогодние подарки. Ночью, уже после завершения развлекательной программы, горожан до их домов должны были доставить автобусы, которые в новогоднюю ночь работали бесперебойно. Все было сделано для того, чтобы создать людям праздничное настроение. Всем людям на земле мира, здоровья, счастья, чтобы исполнялись все желания. В общем, всего хорошего, чтобы в семье всегда царил мир и дружба. Главным новогодним действом стал концерт звезд кыргызской эстрады. Со сцены звучали песни на самых разных языках и всевозможных жанров. Но всех их объединяла одна тема – новогодний праздник. С особой радостью жители и гости столицы встречали зажигательные ритмы. Ведь в праздничную ночь нужно хорошо повеселиться, чтобы провести весь будущий год в хорошем настроении. Бакыт Чермашев, Виктор Акуленко, 24KZ, Бишкек, Кыргызстан.